Более 50 юных пациентов от 6 до 11 лет уже прошли бесплатное обследование у врача-ортодонта. Если у ребенка неправильный прикус, реально ли исправить неровно растущие зубы, можно узнать в рамках акции, организованной Алтайским медицинским университетом. По словам специалистов, такого рода стоматологические проблемы в наше время на втором месте после кариеса. При этом довольно часто родители приводят ребенка к ортодонту уже в том возрасте, когда помочь сложно. Цель акции – обнаружить аномалии как можно раньше и дать рекомендации. Наряду с осмотром врачи рассказывают детям и их родителям, что является причиной неправильного прикуса. Оказывается, многие современные дети отказываются есть твердую пищу. Если, допустим, раньше самым сладким, что кушали дети, это была морковка, какие-то яблоки, что являлось хорошим фактором для развития зубочелюстной системы, то на сегодняшний день во многом дети часто от этого отказываются, лучше съедят какую-то мягкую печеньку, пряник. Специалисты отмечают, что поток пациентов не ослабевает. Приезжают жители из других городов и сел края. На популярность акции влияет и сарафанное радио. Кстати, продлится она до конца июня. Напомним, привести своего ребенка на осмотр можно в стоматологическую поликлинику Алтайского медуниверситета. Обследование бесплатное, потребуется лишь медицинский полис.